пресс-служба Мытищинского отдела ГИБДД прокомментировала аварию, произошедшую на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Академика Каргина. Напомним, участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили. Водитель, управляя автомашиной ГАЗ и двигаясь по Олимпийскому проспекту со стороны улицы Белобородова в направлении Ярославского шоссе в районе дома номер 8 по Олимпийскому проспекту, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Рено», которая выезжала со стороны улицы Абрамова в сторону улицы Академика Каргина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомашины «Рено». С травмами он был госпитализирован в ЦРБ города Королева. Официальная информация подтверждает слова очевидца, который ранее дал интервью телеканалу «Первый Мытищинский». Группа компании «Деловые линии» также через свою пресс-службу сообщила следующее. Обстоятельства ДТП в Мытищах в данный момент устанавливаются. Окончательные выводы о причинах произошедшего можно будет сделать только после завершения всех необходимых экспертиз и следственных действий. Также будет выяснено, была ли у нашего водителя возможность предотвратить инцидент. Для содействия следствию и собственного внутреннего расследования на место происшествия выезжала служба безопасности группы компаний. Деловые линии окажут всевозможное содействие в получении предусмотренных компенсаций пострадавшему и, кроме того, оказать помощь выразил готовность партнер транспортной компании «Фонд помощи пострадавшим в ДТП».